Мне помогло то, что я всегда, когда заканчиваю какую-то задачу, которую мне ставят, начинаю находить какие-то задачи сам. Или сам ставлю себе задачи. Это мотивирует постоянно работать, постоянно чем-то заниматься, потому что мне кажется, что человек, который, заканчивая задачу, идет отдыхать, во-первых, он ленивый, а во-вторых, не очень думает о своем будущем, так скажем. Поэтому очень важно ставить перед собой задачи, не бояться брать на себя ответственность, не бояться брать на себя больше ответственности, чем у тебя есть по должности, ну и брать инициативу в свои руки. Мой руководитель, можно сказать, учитель, ментор, сенсей, потому что я всегда смотрел на него и знал, что он постоянно работает. Он постоянно на связи, к нему можно постоянно обратиться, спросить совета какого-то, и он как минимум тебя выслушает. И я думаю, это важно для руководителя, показывать на собственном примере, как нужно работать. Мой предыдущий проект — мобильное рабочее место сотрудника с торговой сети «Перекресток». Я горжусь тем, что, несмотря на все сложности и сжатые сроки, мы смогли реализовать, по крайней мере, 90% того, что планировали изначально. И самое главное — это видеть обратную связь сотрудников магазинов, которым наше приложение позволило облегчить их повседневную работу. Для меня важнее всего при разработке — это видеть обратную связь от пользователей, прислушиваться к ней и стараться что-то изменить, по крайней мере, в рамках своей компетенции. Мне кажется, здесь есть только один совет — это не бояться работы, любой. Даже если ты что-то не знаешь, даже если ты думаешь, что ты не успеешь закрыть вовремя эту задачу, не нужно бояться. Не ошибается тот, кто ничего не делает.